Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Весной в жизни Светланы Моргуновой произошло несчастье, не стало ее единственного сына, который скончался из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом. Друг и коллега звезды диктор Владимир Березин сделал шокирующее заявление, что любимой публикой Светланы Моргуновой больше нет. Березин объяснил свои слова тем, что жизнь телеведущей после смерти наследника буквально разделилась на «до» и «после». Он рассказал, что сейчас с диктором невозможно говорить, а все разговоры сводятся к тому, что Моргунова просит привезти ей алкоголь. Просто Света, Светлана Михайловна, живая, по-разному себя чувствует. А Светланы Моргуновой, звезды эстрады, народной артистки больше нет, поделился Березин с журналистами. Диктор подчеркнул, что многое в жизни звезды изменил диагноз деменция. Артистка потеряла смысл жизни, когда умер ее сын. «Я сдохнуть хочу», признается Моргунова в разговоре с другом. Сейчас Березин старается поддержать свою подругу, но делать это все сложнее. Ему действительно жаль, что судьба той, кому завидовали и подражали, сложилась таким образом. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!